Всем привет! Сегодня 3 января. Нас опять завалило снегом. Сосед у меня почистил. Всех с наступившим Новым годом! Первый раз я сегодня выхожу в эфир. Пошла чистить снег. Сосед у меня вот почистил. Мне меньше чистить. Одну сторону он у меня вычистил. Вот какая гора здесь. Все, сейчас приступаю. Завтра, а то мне уже на работу. Надо подготовить, почистить снег. Все, я почистила здесь у себя площадочку. На улице хорошо, воздухом подышала. Все прекрасно. К работе. Завтра готова у меня площадочка. Выезжать буду спокойно, Бог даст. Сегодня 18 ночью будет. Похолодает. Все, пошла домой я. Вот так вот издалека показываю, как чистенько там у меня стало. На улице морозец слегка уже чувствуется. Ночью будет минус 18. Вот здесь как машина завалила. Хозяева еще отдыхают, не выходили чистить. Так вот. Так что завтра я иду первый день на работу. И завтра мороз будет. Сегодня ночью уже будет мороз. Ну да ладно. Был уже и побольше мороз в этом году. Так что нам уже не привыкать. Двор у нас не чищенный. Так вот. Вон какие сугробы во дворе. Привет. На работу я пошла. Поздновато сегодня, потому что день после праздников не хочется на работу, но надо идти. Еще сегодня мороз, в мороз неохота выходить никуда. Но надо, надо. Люди-то еще все отдыхают. Людям 10 на работу. Я на улице. О, снег скрипит под ногами. Минус 17 сегодня у нас. На улице тишина. Все люди по домам сидят. В холод не хотят выходить. А я иду на работу. Машину прогрела вроде. Время 11, поздно сегодня иду. Еле собралась. О, блин. Ты что, дорогая? О, запищала. Машину прогревала, прогревала. И что-то все равно прохладненько. А столько дней, конечно, я... Но вчера я выходила, чистила снег. Маленько прогревала машину. А так вот с 31-го она у меня стояла. Никуда я не ездила. Подостыла хорошо. Машин мало на улице. Новогодние выходные длинные. Все лежат, бока отлеживают, объедаются. Кто-то не ленится, на горке ходит. Я смотрю вот каждый день в окошко. Кто на лыжах, кто
на ватрушках идут на елку, кто на лыжах идут кататься. Народ занимается спортом. Не все лежат дома. Лыжников у нас много. У нас там трасса недалеко от нас, лыжная. Смотрю, уже такие не совсем молодые на лыжах идут кататься. Не сидят, не отлеживают пока, молодцы. Сегодня у меня маленькая такая заявочка, но все равно надо появиться на работе. Обстановку проведать, что там, как там. Мои девочки-то уже 2 числа вышли. А я вот 4 только появляюсь там. Погоды не поймешь. Вот сейчас эти дни будет 18-20 даже. Потом 2 дня будет потепление. Потом через 2 дня опять такие же морозы будут 18. Вот такие перепады. Лучше бы оно держалось в 1 градусе. 20 так 20. А то там вообще перепады такие. 6 что ли будет градусов. Вот гипертоникам каково, да? Фарш вытащил сегодня, не знаю. Подумаю, что готовить. Салаты вроде все подъели. Я много в этом году салатов не готовила. Потому что каждый год готовишь салаты много. Потом выбрасываешь, не доедается это. А в этом году больно хорошо. Все салаты подъели. Холодец я в этом году тоже сделала мало. Две емкости. Одну уже съели. Вторая там половина осталась. Вчера лапшу делала. Варила лапшу. Жиденькой надо после праздников. Я на празднике больно-то не пила. У меня бутылка вина на 3 дня хватило. 3 дня я ее пила. По рюмочке, по фужерчику. Во время обеда. На 3 дня растянула. Не растянула, но просто мне как-то и не охота было. Это уж открыто стоит, думаю, выдохнется. Надо выпить. Кстати, хорошее вино, полусладкое, Кинзмараули брала я, красное полусладкое. Шампанское вот итальянское я брала, не дешевое такое, но мне почему-то не понравилось. Такое оно. Я люблю полусладкое шампанское, а это такое кисленькое было. Не очень. Оказывается, не все дорогое хорошее бывает. Может, я не понимаю в этом. Но я люблю, чтобы такое было маленькое. Вот даже советское шампанское брют считается же оно как самое лучшее считалось. Я вот не очень брют. Мне нужно немножко сладенькое, чтобы было полусладкое. На вкус и цвет товарищи нет, конечно. Многие вот брют любят. О, переезд закрыт. Но попала я. Хорошо, что я перед праздником заправилась.
сегодня и заправляться не надо. Ну надо же, блин, попал я. Переезд закрыт. С левой стороны у меня машина, это окна прям ледяные, ледяной коркой покрылись. Такой ветер был. С этой стороны, значит. А, вон едет тепловоз. Без этого. Тепловоз только один. Без вагонов. Так что долго стоять не будем. На работу. У нас, оказывается, магазины спиртное. Но мне это не надо было, так я и не знаю. Оказывается, по Баштирии, я не знаю, как в других регионах. У нас в Баштирии до 5 часов вечера только продают вот эти праздничные дни. Напишите, у кого как. Я даже не знала об этом. Что ты? Что ты? Ты что? Впереди меня остановить, сигналить, придурок, блин. Дебил. Вот как здесь вот не поругаешься? Я остановил же не просто так на дороге. Бесят меня вот эти, уже сигналят сзади. Я что, должна была на впереди стоящего наезжать, что ли? Не хватает маленько. Объедь, если так торопишься. С утра мне настроение испортил, блин, козел. С этим настроением ехала. Какой-нибудь дебил, блин, настроение испортил. Остановился на дороге. Значит, какая-то причина ведь есть на это. Не просто так вот я встала и стою, блин. Ой, блин. Так, все, успокойся, дорогая, успокойся. Не обращай на дебилоидов внимания. Во-первых, дистанцию надо соблюдать. Если ты в меня чуть не врезался, это кто виноват? Ты. Соблюдай дистанцию. Не прилипать к моей заднице. Не, я же сама себя успокаивала. Что я опять взрываюсь? Все. Тихонько, дорогая, тихонько. Ба! А я думала, здесь никого нету. Народ здесь шуршит, ходит. Народ шуршит. Порядку, значит, мне вот сюда надо. У меня сегодня маленькая заявка. Все, поехала я. Я думаю, сегодня на базе никого не будет. Народ есть. Народ есть. Все, я маленько затарилась, еду на работу, отвезу и поеду домой. О, здесь дорогу не чистили со времен царя Гороха. Столько машин здесь с базы выезжают. И не чистят здесь дорогу. Колея. Ладно, вот здесь вот убрали колею.
А то такая колея здесь была. Трудно было ездить. Вот здесь с Глинка выезд такой тяжелый. Подниматься здесь вечно буксует машина. Сейчас попробуем. Так, поднимемся. Ну, вроде уже получше стало. О, слава богу. Выехала. Здесь эти дни вот предновогодние. Столько машин буксовало. Каток прям там был. Не подняться. Давай быстрее. Ой, как бы ты не уснула за рулем. Там еле-еле едет. Через 10 дней старый Новый год. Такие дела. Давай, несись. Прям плохо ему стало, что я со светофора первой тронулась. Аж прям мчится за мной, мчится, чтобы обойти. Мужское самолюбие задело. Да мне как-то все равно. Я не мчусь. Просто так получилось. Я не соревнуюсь, вернее. По Ибрагимову еду. Ну, дороги лучше, лучше. Что творилось до Нового года? Вот еще один несется. Вот еще один летун. Несется. Вот же, вот, вот. Вот куда мчиться? Быстрее в бассейне утонуть мчиться. Вот же в этот, World Gym. А, нет, проехал дальше. По встрече херачит, блин. Дороги скользкие. Вот так занесет, блин, где-нибудь. Вот куда несется, как бешеные. Почистили, не почистили. Ой, блин, колдобина здесь такие. Могли бы и почистить хорошо. Еще все забито.
где я встану? Есть место, да? Вот здесь вот есть место, да? А может мне лучше вот сюда встать, чтобы не мешаться никому? Да, конечно, лучше так мне встать. Будет классно. Будет счастье. Приехала я на работу. Я приехала домой. Ой, 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 чуть не поскользнулась. Холодный ветер такой поднялся. Восемнадцать так и держится температура. Ладно, иду домой. У нас вот такой домофон новый поставили. Я с телефона могу наблюдать, кто ко мне звонит. Правда, редко им пользуюсь. Но удобно очень, оказывается. Тебе позвонили, раз посмотрел, кто тебе звонит. Очень удобно. Тишина. Почту я смотрела перед Новым годом. Новый лифт у нас. Пока еще не загадили. Слава Богу. Я уже дома. На кухню сошла. Что мне готовить сегодня? Уже подъедаются ведь продукты. Лапшу делала. Лапша уже у меня там осталась. Одна тарелочка, наверное. На работу уходила утром. Фарш вытащила. Это вот у меня здесь кусочек с луком уже. А это просто мясо без лука. Вот такой сейчас добродей взяла пачку. С твердых сортов. Дорогая стала. Добродей это наша. 105 рублей. Вот 900 грамм здесь 105 рублей. Сейчас отварю рожки. Сделаю по-флотски. Не хочу заморачиваться. Более-то возиться уже не хочется. Навозились на Новый год. На кухне. Козылок вот на Новый год вообще даже не открывали мы. Не резали, вернее. Его порежу. Холодец вот еще у меня остался здесь. Он прям такой, как зельц. Вкусный. Чесночка я много туда добавила. Вот сейчас будут готовить такой обед. Я еще решила салатик сделать. Салат я, наверное, сделаю с крабовых палочек. Потому что на Новый год я все купила для крабового салата. А делать мы его не стали. Сын говорит, что-то не надо. Столько салатов остается. Выкидываем потом. Вот сегодня я его и сделаю. Салаты мы все подъели. Сделаю крабовые. У меня огурцы есть, крабовые палочки есть, кукуруза есть. Сейчас яйца сварю и сделаю крабовый салат. Это будет самое оптимальное. Все, я сделала салат. Макароны по-флотски сделала. Сейчас будем обедать. Сейчас покажу, что я там сделала. Вот такой салат у меня получился с крабовыми палочками, со свежими огурцами. Вот такие макарошки сделала по-флотски. Все. Сейчас будем обедать. Всем приятного аппетита, кто сейчас за столом. Еще раз всех с Новым годом поздравляю, с наступившим. Счастья, здоровья, побольше денег, чтобы у вас заработали в этом году. Тот год у нас и так был сложный такой. В этом году, чтобы все у вас складывалось хорошо. Всем пока, до скорых встреч.